Привет, ребята! Я сегодня буду играть в Chicken Gun в первый раз! Заходим. Хорошо. Итак, играем. Начинаем стримить. Так, смотри, плачущая курица? И это нет. Напишите в комментариях, ребята, что это за курица. А, ее убить невозможно. По клюву. Так. Снайпер в полете! Снайпер был в полете! Так, давай, полетели. А где хеликоптер? Где вертолет и все хеликоптеры вот эти? Вот эти вот. Вот помните эту песню? Хеликоптер, хеликоптер! Дуэй! Смотрите. Дуэй. Почти убили. Почти убили. Куда они все пролетели? Стоп. Дождь? Хорошо. Заходим домой. Ой, посмотрите вы только, подписчики. Я зашел домой. Посмотрите только на это. И теперь иду в свою комнату. Посмотрим. Отсюда, давай будем стримить отсюда, давай. Убил. А, его невозможно убить, он свой, извините. Ладно, пошли обратно. Спускаемся. Куда поехал? Ой, бустоловоз, ты... Ой, продолжим. Ты кто? Меня убили, блин! Продолжим! Хеликоптер появился! Ладно, ты иди отсюда. Летающий туалет? Блин, меня убили! Так что... Ты кто был? Да ладно, это не важно. Кто тут плохой? Куиц? Ко-ко, ты чего? Хорошо, меня убили. Стой! Что это? Не горим. Меня убили!
Так нечестно! Мне же говорили в Ютубе, что на эту монетку нужно встать. Петушок? Я не заметил. Ку-ку! Ты только попробуй, ты! Налез! Спасибо, Ку-ку! Смотри, мы вместе с Чикином катаемся, вместе с моим братом катаемся. Поехали, Чикин! Ой, мы куда едем с тобой? Я лучше выживусь. Как в туалет охота? Где тут? Вот что, сюда никак не зайти. Смотри, чё? Покормите меня! Покормите меня! Да покормите уже, блин! Покормите меня, а! Извини, что я, пожалуйста, не сказал. А тут стрим. Хватит дождь капать. На мной что, грусть? Грусть требует желудка. Так ты, Чикин, пошел вон! Ура! Ой. Хоть охота еще. Можно еще, а? Специалист по геометрии, Ку-ку. Ты куда с длинным клювом ты поехал? Снайпер. Снайпер. Готово. Быстрее. Захват. Ладно, не буду. Я даже не буду это комментировать. Ну давай просто помолчим и молча поиграем. Ку-к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 у
Извините, я случайно поставил. Да-да-да, я впервые играю в Chicken Gun, так что не заедитесь, ребята. Не заедитесь. Ой, Адидас! Все в спортивках Адидас, все на ноги, пацаны. Сусэм, хабас-басы. Смотрите, Адидас. Ас-ас-ас, это хабас. Все в спортивках Адидас, все на ноги, пацаны. Понял. Да где, блин, все хеликоптеры, а? Вот тебе лучше пути посмыл. Как говорят по скибите туалетов. Сейчас пристоим всю дорогу. Пип. Ты куда? Ну, и конечно, котики. Мяу, мяу, ты посмотри. Сейчас ему по клюву. Что это за штука? Ребята, напишите в комментариях, что это за штука? Ай, вы что? Совсем обогнали. О, смотрись! Северная... Вьюга! Вот чтобы я не поиграл, вы можете поставить лайк? Ну, пожалуйста. Ну, я вас умоляю! А то я сейчас весь этот дом такими вот дырочками обстрою. Так, где тут у нас самый плохой любитель? Продолжить. Что-то я слишком много молчу, но хорошо. Постримим! Стойте, а что это за штука? Вон, видите? Классная. Продолжить. Что это? Хватит дым, я тебя сейчас пристрою, дым. Иди. Вы это видите? Какая у меня реакция? Коко. Представитель вальсового бизнеса. Эй, ты все в спортивках Adidas. И на Nike, пацаны, ты чё? Я лучше вон на Бадуте побрыгаю. Смотри, как я умею. Adidas. Смотри, как я умею, а? Эй, все в спортивках Adidas, смотри, как я умею. О, смотри! Оп-оп-оп. Опа, габатапстай. Оп-оп-оп-оп. Опа, габатапстай. Оп-оп-оп-оп. Опа, габатапстай. Опа, габатапстай. Вот тебе... О, и опа, габатапстай. Пип!
Чё? Вы эти... Это что, скибиди-туалеты? Так не честно, я вообще-то учился. Побили меня вы. Да вы хоть знаете, кто вы? Да вы вообще никто. Хайкоптер, что и было, мне показалось. Все, одно дымим, пока нас, чтобы нас не заметили. Ой-ой-ой! Зря я так. Отхватываем у него бобцов. Это мне не нужен, эта машина. Заходим в меню. Ну куда выбрать? Просто скажите, где я заспавнился? Меня этот фиолетовый поистыю положил. А можно уровень полегче, а? Давайте его лучше как-нибудь пойти попробуем. А чё мы такие маленькие? А нельзя тут уровень полегче сделать? Напишите в комментариях. Тут нельзя сделать уровень полегче. Тут играть просто невозможно. Вот, сами посмотрите. Ну давайте постараемся как-нибудь здесь. Вы понимаете, это не просто тут не просто, а еще и скучно в этом мире. В этом уровне скукотень. Нельзя что-нибудь... Меню, вот, меню. Играть? Хоть бы нормальный был уровень. Вот этот хоть нормальный уровень, вот это мне очень сильно нравится. Ай! Он мне нравится, но слишком тоже сложный. Ты хорош? Ты хорош ковбой? Слепой пью какой-то. Ай! Ты что, не хорош? Эй, я так не честно. Ты диджей. Скибиди доп 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 доп. Есть, есть, есть. Штибиди дип, штибиди доп. Даже не думай. Прикрой меня, а? Давай, давай. Thank you.
Хаги-Ваги меня убил? Не поверю. Ты меня напугал. Жареная колбаса. Вот скажите мне, а можно? А можно из этого курятника как-нибудь вывести? Да это кровой Хаги-Вагис. Хагис-Вагис какой-то. Это какой-то Хагис-Вагис просто. Вообще-то я никого не видел плохого. Ай, стоп, диджей. Я бы его бы к нему отправил. Ты! Пам-пам-пам-пам-пам-пам! Я тебя убил. Да хватит ко мне все заходить. О, смотри. Шиша? И что это там? Канада! Канада! Да хватит этих хаги-ваги, этих диджеев. Да убейте тут вообще всех. Если все по всем подряд буду подстоять. Главное меню нужно мне. Надеюсь, я не буду в доме, а она уже. Ой, только не говорите, что это опять. Там был Фокси и целого Джека. Чё это такое? Хочешь меня бить? А, это ты меня убил, а не этот дебильный кактус. Что это вообще за разрушенный зеленый город? И где все... И где все цыплята в конце концов? А, вон! Видите? Хаги-Ваги. Убил. Подождите, надо убегать, сейчас, чтобы меня чикины поймают. Ого, Стоп, это вода? Которая стоять можно? Не верю. Ой, да хватит собираться с управлением. Мне нужно... Мы с меню зайдем, а? Тут слишком страшно. Вы хоть знаете, сколько я уже каут скачал? Выбрать. Обыкновенный уровень? Вы серьезно, наконец-то? Разыскивайте Пикин. Стоп, это что же, Куисье? Вы, не пейте алкоголь. Стоп, ты что, плачущая курица, блин. Да извини, но лучше не пей алкоголь, а то дурачком станешь. Даже не думай меня стоять. Помогите лучше мне. На улицу! Мне срочно на улицу надо. Как туда попасть? Напишите в комментариях. Как мне попасть на улицу? Так, извини, гуси. Ничего интересного. О, на улицу! Ай! Бусума! Ши! Ай! 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 Ой! Ой! Ай!
Да хватит уже, мне на улицу надо! Тут хаос. Вы не обезумели? Кто стрельнул? Моего напарника. Кто ты идешь? Ну-ка я вам... Ты по кому хоть стреляешь? А, ты по индейцу. Продолжить. Мне уже не нужно меню. Смотрите, что это за бочка. Разыскивайте Пикин. Я уже понял, что разыскивать с Пикин. Пикины какие-то. Помогайте лучше тем, в меня стреляйте. Тут некоторые блоки из Майнкрафта есть, если вы не видели. По мне этот чел попал. Помоги. Да ладно, я лучше не буду встретить в своих. Да хватит, я только убежать собирался. Да лучше тут посмотрю. Вот это и хотел сказать, между прочим. Так, наша база. Никому чужому не заходить. Снайпил! А, это все свои? Так. А! Идти туда? Стойте, они, наверное, имели в виду... Что-то вот этот вот Пикин, где-то сюда идти надо. Может быть. Напишите в комментах, если походи эту карту. Сейчас оружие у тебя отберу. Это уловка! Помоги, индейец! Давай вы все помогите мне! Вы с ума сошли? А, он на меня отсюда стоял, прям с этого угла. Продолжим. Я хочу пойти от уровень. Пиу-пиу! А этими жучатками что, нельзя убивать как бы? Ай, да почему? Ну что, а мне нет возможности еще одну карту скачать? А, Дидас?
Все спать в КХ Дидас. А куда он делся? Помогай! У меня нет возможности еще одну карту скачать, эй. Но я лучше буду внутри ходить, чем на эту на улицу выбегать. Эй! У нас тут не положено чужим уходить. Эй! Подожди, что я? Пойдем, ты! Ты чё? Отлично. И было слишком много. Что ж, подписчики, думаю, на сегодня достаточно. До новых встреч.